1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Нельзя остаться равнодушным. Телеканал «Мой город» и Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом приглашают всех жителей южной столицы Кузбасса присоединиться к важному социальному проекту, прикрепив красную ленту. 1 декабря с 15:00 сразу в 5 торговых центрах Новокузнецка мы объединимся, чтобы сказать СПИДу и ВИЧ нет. А в ТРК «Глобус» пройдет благотворительный концерт. Специальные гости соцпроекта – участники команды КВН Высшей лиги «Кембридж» Антон Аткин и Алина Борисова. Организаторы проекта – Центр маркетинга территорий и агентство маркетинговых и пиар-коммуникаций «Фокус Групп». Партнер проекта – независимая лаборатория «Инвитро», сеть аптек «Губернская аптека». Генеральный информационный партнер – Русское радио «Новокузнецк».